В чем заключается прикол? Мы знаем, что наш друг живет в этом доме. Я его не видел уже 3 года. Мы пробили его адрес. У его одна жильцев, да? Одна, короче, кто-то с ним живет на его работе. Он живет вон там, во втором этаже, да? Сейчас будем его удивлять. Да-дан-да-дан-дан. Алло, выгляни в окно. Здорово, Лёха! Здорово! Ох, ёб, здорово! Он в шоке, да, сто пудов? Он заболел просто, не пошел. Сегодня, по идее, его смена в кафе. И он должен был быть там, и мы хотели там покушать и с ним поболтать. Но он заболел, и мы через его сменщицу и подругу, и сожительницу, и друга, да, которые там были, короче, узнали, где он живет. Ребята оказались молодцы, им респектос. Новый. Привет! Три года не видели. Три года, ребят, не видели. Так ждал этой встречи. А? Болеешь, да? Да. Вперед, ребята! Типа пробежка еще 9 мая. Марафон памяти. Да. Прикольно. Шухов Владимир Григорьевич, инженер-конструктор, академик. Я с вашей возлюбленной посижу. Да? Это князь Владимир. Drag me down.